Всем привет! Это магазин Fumar. Сегодня я показываю швабру Boomjoy с распылителем. Самая новая передовая швабра. Итак, что у нас здесь есть? Здесь пока что есть одни запчасти. Но это надо собрать. Ручка собирается очень просто. Она сначала захлопывается здесь на кнопочку, а потом еще и закручивается, чтобы крепенько держаться. Все, теперь никуда не денется. Теперь нужно одеть основную часть швабры, вращающуюся. Вот, все закуталось. Очень легко активируется, не травмоопасно. Очень просто. Вот. Также есть насадка. В отличие от других насадок, здесь по ощущениям, как будто бы тебя цепляют какие-то крючочки. Эта микрофибра сделана немножко другим образом, не просто ворс, а здесь еще есть такие твердые ниточки, которые очень хорошо собирают грязь. Это волосы и какие-то еще мелкие детали. Мы насаживаем таким образом. Она крепится, потому что на этой части швабры есть липучки. Этого достаточно, чтобы насадка держалась очень крепко. Теперь нам надо набрать воды в баллончик и вставить его, чтобы можно было разбрызгивать. Вот я налил немножко водички, мне этого достаточно, чтобы помыть пол. Вставляем сюда, он закрепился. Теперь можно продолжать. Также в комплекте идет вот такой скребок для очистки насадки. Очень удобно очищать волосы, грязь собирает. Начнем. Чтобы вода начала разбрызгиваться, надо нажимать на этот рычаг. Сейчас вода соберется и начнет брызгать. Смотрите, какая мощная струя. Механизм очень надежный, потому что это качество премиум, и здесь сбоев быть вообще не может быть никаких. Головка швабры очень подвижная, она и в эту сторону крутится, и в эту, и вот так можно. Это очень удобно, особенно вот в каких-то сложных местах вот залезть. Вот так вот еще побрызгаем. Видите, разбрызгивается очень широко, прямо на всю поверхность. О, и очень далеко. То есть я вот сейчас на таком расстоянии добрызгиваю до дивана. Вот так вот, такой вот сильный распылитель. Помоем под диван. Вот так вот. Здесь металлическая ручка. Эти вставочки пластиковые, очень крепкие, хорошего качества. Внутренний весь механизм тоже сделан из стали. Вот такое вот приспособление для мытья пола. Пожалуй, самое удобное на данный момент. Будем делать обзоры других швабр. Хорошей вам уборки. Пока!